я завершающую спою. Точнее, не просто завершающую, а чтобы мы с вами вместе. Да, готовы? Чуть-чуть подпеть. Там совсем слова простые, и песня тоже про волшебное слово. Всякое в жизни случается, и даже плохое бывает. Кто-то из нас огорчается и сильно переживает. Советов полно в утешение, делай, мол, так и так. Измени, говорят, отношения, но не говорят, как. А способ-то, в общем, не новый, и работает на все сто. Существует волшебное слово, называется слово «зато». Зато. Допустим. Допустим. Открыл холодильник пусто, не переживай напрасно. Это уму грустно, зато в фигуре прекрасно. Или в глухом переулке, темном да не по личности, лишили тебя наличности три неприятные личности. Не переживай напрасно. Можно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не переживай напрасно. В общем так. Зато не остался голым, зато не забрали пальто. Зато не остался голым, совсем не забрали трусы, манто. Долги наши неизведаны и жизнью одной не оплатятся. Но мы-то в обратном уверены и не любим внепланово тратится, и что-то теряя ценное, расстроены по умолчанию, и предаемся, естественно, унынию и отчаянию. Не надо гневить небеса, можно подумать и так. Зато расплатился за что-то, и слава Богу, что так. Зато расплатился, не знаю за что, но слава Богу, что так. Немножко истории. Открыл в свое время и личном очень полезные сложности. Единство, говорил он, есть и борьба противоположностей. Давайте с ним согласимся. Отсеев. Революционный дурман. Тем более, что это было известно еще со времен Иньян. И можно ему поверить, оставив лишь то. Всегда сторона есть другая, а значит, всегда есть зато. 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 И в дожди, и в холода, и тем паче под солнцем лучистым, теперь у тебя всегда есть повод быть оптимистом. А жизнь непрерывно давит на газ в открытым ветрам авто. Что-нибудь точно есть и сейчас, придумай свое зато. Что-нибудь точно есть и сейчас, найди для себя зато. Ведь всегда есть зато. Всегда есть зато. Всегда есть зато. Всегда есть зато. И сейчас есть зато. Всегда есть зато. Спасибо, дорогие, спасибо. Да, процветание фестивалю. И, знаете, вот я тут немножечко услышал то, что с кем-то... У меня есть такое представление, что когда объединяются какие-то люди, организации, это всегда замечательно. Поэтому, если есть возможность с кем-то скооперироваться, это всегда чудесно. Вот мне так кажется. Спасибо большое.